это была сумасшедшая битва. Это была просто война. Соперник стоически оборонял свои рубежи. И все-таки в составе Акбарса нашелся игрок, который два раза поразил ворота своей бывшей команды. Рубилька. Красавчик. Просто красавчик. Есть что сказать сейчас? Спасибо болельщикам за поддержку. И команде мы опустили руки, когда пропустили гол, поэтому все советы готовимся к следующей игре. Два раза ништякам от тебя, победные в том числе. Родители сегодня Бялиш должны поставить. Да, болельщики завтра покушаем, поэтому... Но сам главный парень нет, да, готовимся дальше всех к победе. Молодчик. Андрюха Педан сегодня крошил, кромсал, атаковал. Еще одну надо зацепить. Серьезная игра была, но рады, что победили. Давай, сейчас. Пинтюнько. Ромка. Кулачок. Все, без слов, что ли? Че, с победы все, красавчики, пацаны. Все. Заняли готовь. Стратегический плацдарм. Да. Хорошая игра. Тяжело, легко не будет, как наш президент сказал. Так что, с победой. Тяжелая игра, самое главное, выиграли. Можем многих отметить. Юда красава завел, драки бил. Просто здорово. Галим. Пацаны, молочки, все с победой. Бил красава, держал нас всю игру, молочки. Готовимся дальше. Одна игра осталась, поэтому самая тяжелая, думаю, будет. Давайте, пацаны, все с победой. А это Тимур Беленов. Сил совсем не осталось, Тимур. Олег. Осталось, все только начинается. Там должен. Осталось последний сильный. Самый тяжелый. Вот выиграли три игры. Надо брать четвертый обязательно, чтобы не осложнять себе задачу и спокойной душой идти в следующий круг и ждать соперника. Ну, всех с победой. Болельщики, спасибо. Сегодня нас очень сильно поддерживали. Спасибо им большое. Вперед. Это Тимур Белялов. Мы завтра или покатаемся, раскатки не будет. Подумай. Ребята, отдыхать. Кушать, спать. Отдыхать. Молочки.